Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы будем делать офигенный тюнинг для велика. Ну вот, вот так вот это все выглядит. Ну что ж, приступим. Ну и для этого нам потребуется светодиодная лента, силиконовый герметик, два вот таких вот держателя для батареек, две 9-вольтовых батарейки и вот такие вот два переключателя. Первым делом нам ее необходимо закрепить на колесе велика. Нам ее придется всю отрезать по вот таким вот маленьким ленточкам. И вклеим вот здесь вот между спицами. Ну вот, и вот так вот мы ее всю отрезаем. И вот таких вот у нас должно получиться 36 штук. Ну и потом вот здесь вот отклеим вот эту ленту и приклеим ее уже на шину велика. Вот так вот все у нас склеено. И теперь остается только это все спаять. И уже можно будет опробовать. Все у нас спаяно. Ну и теперь давайте включим и проверим. Подсоединяем батарейку. Ну вот, и вот так вот у нас все оно светится. Ну что ж, будем пока делать задние. Ну вот, у нас все закреплено и припаяно. Ну и теперь остается только припаять сюда батарейку и вот такой вот переключатель. Все мы это спаиваем и припаиваем к светодиодной ленте. Ну а вот эту батарейку мы закрепим вот здесь вот. То есть мы вот так вот сюда вот поставим и с помощью вот такого вот зажима мы ее закрепим. Ну и можно уже будет спокойно ездить. Ну и самое последнее, чтобы вот это все у нас не отвалилось и не отклеилось, мы это все должны еще раз очень хорошо приклеить. Я это буду делать с помощью обычного клеевого пистолета. Все вот так вот я вот приклеил. Все отлично держится. Здесь также закрепил переключатель, провод от него на светодиодную ленту. И отсюда уже идет провод на наши батарейки. Вот так вот я их тоже здесь закрепил. Ну что ж, теперь осталось только включить и проверить. Включаем. Все отлично светится. Идем теперь испытывать на улицу. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Серега, всем пока!